Праздничные онлайн-мероприятия начнутся 1 июня в 9 утра. Юным югорчанам предлагают присоединиться к общеокружной зарядке. Далее Центр ремесел проведет серию ремесленных мастер-классов. Подключатся к празднику и театры региона. Для детей всех возрастов покажут спектакли на виртуальной сцене. А музеи разных муниципальных образований устроят викторины и семейные квесты. В целом развлечения по душе смогут найти все жители региона. Творческие, интеллектуальные, игровые, спортивные. Встречи в онлайн-пространстве пройдут до позднего вечера. Подключиться к ним смогут все желающие. Ознакомиться с праздничной программой подробнее можно в нашей группе в социальной сети ВКонтакте.